Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.